Всем привет, вы на канале Gamemaker TV, меня зовут Марк, и мы продолжаем играть в нашу ферму Хейдей, и мы переходим на 100 уровень, ура, 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 и это уже сейчас скоро случится. Давайте отправим пароход, нам нужно набрать еще 2000 где-то, да, 2-3 тысячи, и мы перейдем на 100 уровень, это будет крутяцкий крутяк, это вот сколько я лет играл, можно сказать, ну, с паузами, конечно, но очень долго играл. И сегодня тот самый день, когда мы перейдем на 100 уровень, на 100 уровень. Вот, наконец-то. О, все, прошли. Давай, поздравляем, ты фермер 100 уровня. Нам дадут 50 монет и дерево, золотое дерево. Ура, 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 где наше дерево? Пойдемте за деревяшкой, пойдемте за деревяшкой. Так, где мое дерево? Хочу дерево. Дерево, дерево, золотое дерево. Золотое дерево. О, вот эта штука начнет. Пускай горит. Где моя деревяшка? Хочу деревяшку. Где моя деревяшка? Столько я к этому шел. 70 алмазов. Мне сколько? 90 вроде нужно, чтобы увеличить вязальщика сети. Где мое дерево? Гоните сюда. Так. Что за беспредел? Стопудово надо было просто зайти в раздел подарки и все. Вот здесь, наверное. Или в деревьях. Сейчас посмотрим. Где мое дерево? Где же мое дерево? Нету ни хрена моего дерева. Где он? Не здесь же? Нет? Нет, не здесь. Так, ребята, вот мы разобрались, как это все происходит, оказывается. К нам пришел почтальон и принес вот это письмо. И там должно быть у нас золотое дерево и благодарственное письмо. Давайте прочитаем, что... Так, привет. Тебе удалось дойти до 100 уровня. Поздравляем. Возьми замурчательные украшения в знак благодарности за поддержку, обратную связь. Главное, за игру Хейдей. Вам не спасибо за ваши косяки, блин, и всякие штучки. Но фиг с вами. И, наконец-то, мы получаем свое дерево. Круто. Так, все, вот он там. Теперь, я думаю, уже мы его найдем все-таки. В подарках, наверное. Так, давайте ищем. Ищем наше деревце. Наше деревце. Где наше деревце? Попытка номер два. Попытка номер два. Если не здесь, то во всех будем... А, вот, все. Наконец-то. Наконец-то это дерево. Наше деревце. Поставим его куда-нибудь посередине. Бомбанем сейчас как. О, вот. Вот здесь. Вот его место. Здесь. Нет, не здесь его место. Что мы будем делать? Куда мы его поставим? Давайте вот сюда лучше повыше сделаем. Бери-пи-пи-ри-пи-пи-ум-пам-пам. Вот этот гроб уберем и вместо гроба деревце нашим поставим. Поставим здесь, пусть пчелок будет гроб. А здесь будет уже наше деревце. Ура, ура, ура. Вот. Деревце как деревце, просто украшение ничего не дает. Вот такое деревце. Красиво. Вот. Все, в принципе, мы все сделали. Все круто. Дошли до 100 уровня. И что у нас дальше? Не понял. Следующий уровень 101 откроется. Так, 10 алмазов и одна земля. То есть у нас еще и земли будут даваться по одной штуке. Ну, это, конечно, все фигня. Зачем нам это... Зачем нам эта грядка сраная? Да? Скажите мне. Давайте пойдем в город и соберем в городе наших бомжей полностью и отправим уже поезд. И в конце видео, ребята, я вам расскажу одну штуку, которую я буду мутить вместе со своими подписчиками, причем вот. Так что подписывайтесь, ребята, на канал, и я сейчас вам расскажу одну мутку, скажем так. Так, может, кого-то заинтересует, может, кого-то не заинтересует. Смотрите, ребята, теперь вот я дошел до 100 уровня, идти дальше, там 110 и 120, 200, это нам уже не нужно, потому что там ничего такого не открывается.
Вот, что я буду делать? Мне теперь нужно полностью расширить мой город, то есть улучшить вот эти показатели всякие. Вот поэтому, как вы видите, не хватает у меня всяких штучек, смола там, все дела, туда-сюда. Вот. Можно, ребята, сделать таким образом, если кому-то нужен какой-то продукт или расширение для города, расширение земли, например, если кому-то нужно, может быть, даже расширение для амбара или расширение для силосной башни. Делаем таким образом. Может быть, вам нужно филе, может, вам нужен сыр. Вот. Делаем таким образом. Если у вас есть расширение для города, вы его собираете, или если он у вас есть, вы пишите мне ВКонтакте, то, что вот у вас есть расширение для города, и то, что вы хотите, например, 10 гестей, 10 смолы, вот, или дрель, или молотка, 10 молотка на 10, например, сметаны, или сыра, или филе, или расширение. Вот. Но доски, конечно, вы все захотите, но досок у меня нифига нету. Или 10 молотков вместо 10 колов, колышек. Вот. Или 10 слитков, например. Вот таким образом можно сделать. Поэтому, ребята, добавляйтесь в друзья ВКонтакте и пишите мне, кому что нужно. И вместо этого я у вас заберу ваши расширения для города. Вот. Если вам не нужно, конечно же. Вот. Если вам нужно, то не продавайте и не пишите мне. Вот. Все предельно вроде бы понятно и ясно. Вот. И еще что. В принципе, наверное, все. Так что давайте будем кормить наших бомжей. Прокормим наших бомжей. Теперь наша цель. Наша цель теперь, ребята, делать город. Поэтому все силы мы будем пускать в город. Да. Отлично. Так, все, надо этот смотреть, не напевать. Вот. Магазин подарков. Бакалея. Кинотеатр. Магазин подарков. Кинотеатр. Еще разочек закинем, конечно же. Так, тут магазин подарков. Тут у нас магазин подарков опять. Тут у нас бакалея или спа-салон. Спа-салон. Так, магазин подарков. И что у нас еще тут? Все, окей. Так. Все, кормим сейчас. У нас переполненный этот магазин подарков. Сейчас нам нужно будет делать много-много продуктов, потому что все продукты ушли на доставки. Я делал доставки, проходил события и делал задания, и еще просрочил задания косяком. Вот, поэтому сейчас мы будем готовить наши продукты. И мне кажется, вот у меня сейчас амбар сколько? Сейчас 2550 вроде, если не ошибаюсь. Мне кажется, мне этого хватит. И я больше не буду расширять амбар. Вот, то есть, буду вам давать, ребята, или своим соседям, если им нужно, конечно же, если они попросят. Или будем с вами меняться, вот, я вам уже говорил. Будем меняться на расширение для города. Так, у меня сейчас 2500. В принципе, 2500 мне вполне хватает. Вот, мне не хватает чуть-чуть всего, чтобы расширить. Но мне пофиг, в принципе, если вы мне подгоните смолу или молотки, то, что, ну, например, то, что мне нужно, я как бы вам продам нормально все. Поэтому, ребята, пишите ВКонтакте.
Вот. Ну, на этом, я думаю, все, ребята. Спасибо, что смотрели видео. Наконец-то мы дошли до 100 уровня. Я очень рад. Очень долго к этому мы шли с вами. Вместе, можно сказать, мои подписчики. Вот. И вот и дошли. А на этом видео не будет заканчиваться, конечно же. Мы будем дальше проходить. Дальше играть. Вот. Теперь уже, может быть, вам что-то давать. Вот. Можно ферму украсить. У нас уже почти 4 миллиона монет. Вот. Что с ним делать, хрен знает. Вот. О, наконец-то закрыли. Можно отправлять. Поехали. О, у нас же этот. Так, посмотрим, что у нас в городе. Можем ли мы расширить? Что, сколько у нас просит? Охренеть, 90 просит. Сколько мне еще придется, блин, мучиться, а, с вами? Так, все, ладно, наверное, мы закончим. Ну что ж, ребята, спасибо большое, что смотрели видео, что поддерживали меня, что подписывайтесь, ставите лайки. Также продолжайте ставить лайки, продолжайте подписываться, ребята. Вот, вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк, все только начинается. Всем пока.